Разрез Тугнуйский, Тугнуйская обогатительная фабрика, погрузочно-транспортное управление и управление по буро-взрывным работам входит в крупнейшую угледобывающую компанию России «СУЭК». Наш уголь считается уникальным по своим качественным характеристикам и пользуется большим спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Только в Бурятии работой обеспечены более 2000 человек. Многие проживают в горняцком поселке Саган-Нур. Здесь строят новые дома и воют объекты инфраструктуры. Высокотехнологичное и опасное производство немыслимо без строгого соблюдения техники безопасности. И это не шутки. А вы почему это без каски? Непорядок. У нас на разрезе без каски нельзя. Каску, пожалуйста. Что смеетесь? Женщине нужна женская каска. Вот, другое дело. Примерьте, пожалуйста. Инспектор по охране труда знает толк в защитных касках и жилетах. Его уважают, боятся и даже немного недолюбливают. Поэтому все самые колкие остроты были именно про него. Распишитесь за это. Не говорите ничего такого, мы любим инспектора. Да, мы их очень любим, да. Они все правильно делают. Свое видение охраны труда показали три команды предприятий компании «СУЭК». Как выяснилось, с юмором у всех все в порядке. Ну что сидишь смотришь? Трогай! Два часа юмора закончились подведением итогов. Самыми смешными жюри признала сразу две команды. И они уже решили, как поступить с призовыми традиционно. А мы 3 года назад, получается, отдали свой сертификат. Ну, выиграли, взяли 3-е место и отдали его в детский дом. Как бы. Не меньше труда вложили и те, кто шуток не писал. Целый месяц специальная комиссия оценивала соблюдение техники безопасности и охраны труда. Выбирали лучший участок, лучших уполномоченных и даже стенгазету. Всех отличившихся наградили на финальном мероприятии грамотами и денежными сертификатами. Горное производство всегда связано с производственными рисками. А сегодня был представлен один из способов управления рисками. Потому что без поднятия культуры производства мы не сможем добиться других результатов, необходимых в сегодняшнем мире. И сегодня мы настроены на то, чтобы через безопасность повышать эффективность производства. Промышленная безопасность и охрана труда являются неотъемлемыми ежедневными элементами работы для сибирской угольной энергетической компании, предприятий Тугнуйского региона. От этого зависит работа компании, значит и благополучная жизнь всех ее работников. Алевтина Дармаева, Жаргал Цариндашиев, Новости дня, Мухаршибирский район.